В Беларуси с учетом рапса намолотили более 7,3 миллионов тонн урожая. Из них свыше 6 зерновые и зернобобовые культуры. В тройке передовиков Минска, Гродненская и Брестская области. Параллельно с уборкой идет теребление льна. Уже обработано 96,5% площадей. Депутаты провели в Бобруйске мониторинг торговых точек со школьной одеждой. Особое внимание было уделено ассортиментному перечню, размерному ряду продукции. Народные избранники заглянули в Славянку. Спокойная цветовая палитра, качественные материалы и доступные цены привлекают в магазин. Здесь отслеживают уровень продаж, голосование в учреждениях образования, предпочтения на маркетплейсах, отзывы покупателей и с учетом этого формируют новые коллекции делового стиля. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Сотрудниками ДЭП проводится ямочный ремонт по улицам Энергетиков и Либкнехта. Грейдирование по Фурманово, Гомельской, Лесной, Сакка, Кима. Кирова скоро засияет новой тротуарной плиткой. Помимо этого, дорожное полотно уложили по улице Брестской. Дроны помогают выявлять нарушителей на дорогах Могилевской области. Воздушное патрулирование беспилотниками позволяет эффективно контролировать обстановку на проезжей части. Транслируемое видео с камеры квадрокоптера в режиме онлайн просматривает сотрудник ГАИ, который по радиосвязи передает информацию ближайшему наряду. В Бобруйске идет отбор детей в футбольный клуб «Белшина». Продемонстрировать свои навыки юные чемпионы смогут 24 августа и 7 сентября в 10 часов на стадионе имени Александра Прокопенко. Возрастная группа от 6 до 10 лет. Точной цифры по количеству новых участников нет, шанс пройти в команду есть у всех. Уточнить вопросы можно по номеру телефона плюс 375 29 744 13 57.